Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Nrsingadev 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 Jaya Nrsingadev Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada. Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Srila Prabhupada ki Gaur Premanande Readings from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 8. Lord Krishna shows the universal form. Сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, 10-ю песнь, 8-ю главу, которая называется «Кришна показывает вселенскую форму». Today we'll see text 45. Сегодня мы рассмотрим стих 45. So before getting into the text, we'll chant the invocation prayer. Please repeat. Прежде чем мы приступим к самому стиху, давайте вознесем благоприятные молитвы. Пожалуйста, повторяйте. Нигамакалпатароргалитам фалам Сугамукатам ритадравасамьютам Пибата бхагаватам расамалаям Мухурахо расика бхуйбхаукаха Нараянам намаскритья Наранчайва нароттамам Девим сарасватим вьясам Тато джаям мудирает Наштапраешу абадрешу Нитьям бхагавата севая Бхагаваттютама шлоке Бхактир бхавати найштики Ом намо Бхагавате Васудевая Ом намо Бхагавате Васудевая Ом намо Бхагавате Васудевая Трайя чопанишадбхишча Трайя чопанишадбхишча Санкья йогайшча сатватайхи Санкья йогайшча сатватайхи Упагийямана махатмьям Упагийямана махатмьям Харим саманьятатматмаджам Харим саманьятатматмаджам Трайя чопанишадбхишча Санкья йогайшча сатватайхи Упагийямана махатмьям Харим саманьятатмаджам Трайя чопанишадбхишча Санкья йогайшча сатватайхи
ఉపగీయమానమహాత్మ్యం హరిం సామాన్యతాత్మజం. Трая. Изучением трех вед. То есть самоведы, яджурведы и атхарваведы. Ча. Также. Упанишадбхих ча. А также постижением ведического знания, содержащегося в Упанишадах. Санкья-йогайхи. Чтением литературы по Санкья-йоге. Ча. И. Саттватайхи. Написанный великими мудрецами и преданными. Или читая вайшнавскую тантру. Панчатантры. Панчатантры. Панчаратры, простите. Да. Упагиямана махатмьям. Того, чье величие воспевается всеми этими ведическими произведениями. Харим, верховная личность Бога. Са, она. Саманет, аманета, считала. Атмаджам, как своего сына. Перевод. Величие Верховной Личности Бога постигают, изучают три веды, Упанишады, трактаты по Санкья-йоге и другие писания вайшнавов. Но матушка Яшода считала Верховного Господа просто своим ребенком. Комментарий Шрилы Прабхупады. В Бхагавад-гите 15.15 Верховный Господь Кришна говорит, что цель изучения вед – познать Его, Видайшча сарвар ахам эва видьяха. Шри Чайтани Махапрабху объяснил Санатани Госвами, что веды ставят перед человеком три цели. Первая – понять свои отношения с Кришной, самбанду. Вторая – действовать в соответствии с этими отношениями, абидея. Третья – достичь высшей цели, прайоджаны. Слово «прайоджана» означает «потребность». И Шри Чайтани Махапрабху объяснил высшую потребность человека. Према кумартху махан. Высшая потребность человека – обрести любовь к Верховной Личности Бога. И мы видим, что в случае Яшоды эта потребность удовлетворена в наивысшей степени, ибо она полностью поглощена любовью к Кришне. Вначале люди пытаются достичь цели, указанной в ведах, тремя путями, трои. С помощью карма-канды, гьяна-канды и упасана-канды. Поднявшись на высшую, совершенную ступень упасана-канды, человек начинает поклоняться Нараяне, Господу Вишну. Когда Парвати спросила Господа Махадеву, Господа Шиву, какова лучшая форма упасаны, поклонения, Господь Шива ответил: «Арадханам сарвешам Вишнур арадханам парам». Вишну Упасана или Вишну Арадхана, поклонение Господу Вишну, представляет собой высшую ступень совершенства. Ее достигла Деваки. Но из этого стиха следует, что матушка Яшода не занималась Упасаной. Она поглощена трансцендентной экстатической любовью к Кришне. Поэтому ее положение выше, чем положение Деваки. И Шрила Вьясадева возвещает эту истину словами «Трайя Чапанишад Биш» и так далее. Когда человек, стремясь обрести видию, знания, начинает изучать веды, он становится цивилизованным человеком. Затем он переходит к изучению Панишад и возвышается до Брахма-гьяны, безличного понимания абсолютной истины. А продвигаясь еще дальше, он начинает изучать Санкья-йогу, чтобы постичь Верховного Повелителя, о котором говорится в Бхагавад-гите. Парам брахма парам дхама павитрам парамам бхаван пурушам шашватам. Человек, который понял, что этот Пуруша, Верховный Повелитель, есть Параматма, становится на путь йоги. Дьянавастхита тадгатина манаса пашьянти ям йогинаха.
Но матушка Яшода находилась на более высоком уровне. Она обрела любовь к Кришне, как к своему обожаемому ребенку. И потому считается, что она достигла высшей ступени духовного совершенства. Абсолютную истину постигают в трех аспектах – Брахмати, Параматмети, Бхагаван и Тишабдьяты. Но Яшода Мата пребывала в таком экстазе, что ей нет дела до познания Брахмана, Параматмы или Бхагавана. Бхагаван сам пришел в этот мир, чтобы стать ее любимым сыном. Поэтому, как провозгласил Шри Чайтанья Махапрабху, удача Яшоды не знает равных. Рамья качит упасана враджавадху варинайя калпита. Абсолютную истину, верховную личность Бога, можно постигать на разных уровнях. Как сам Господь говорит в Бхагавадгите 4.11. «Ге ятамам прападьянте там статхайва баджам яхам мама вартману вартанте манушьях парта сарвашаха». «Как человек предается мне, так я и вознаграждаю его. Каждый во всем следует моим путем, о сын Притхи». Человек может быть карми, гьяни, йогом, а затем бхактой или према-бхактой. Но высшая ступень духовного совершенства – это према-бхакти, примером которого является Яшода. ओम ज्ञानते मृन्दस्य ज्ञानञ्जन शिलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमामिष्टपादाय कृष्णप्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्रीअद्वैतगदाधर श्रीवासदिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुवाय कृष्ण प्रश्नाय भूतले श्रीमती जपतागस्वामिनि तामिने नमाचार्य पदानि तागप्रपदायिने गौरकतदामदाय नगरग्रामतारिणे ముఖం కరోతి వాచాలం పంగం లంగాయతే గిరి మత్కృపాతమహం వందే శ్రీగురుం దినతారణం పరమానంద మాధవం శ్రీచైతన్యమేశ్వరం కథాంచన స్మృతే యస్మిన్ దుష్కరం సుకరం భవేత్ విస్మృతే ప్రీతం స్యాత్ శ్రీచైతన్యం నమామితం. హరే కృష్ణ. సో ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ ఐ స్టార్ట్ ద క్లాస్ ఐ ఆల్వేస్ సే దిస్ ప్రేయర్ కథాంచన స్మృతే యస్మిన్ దుష్కరం సుకరం భవేత్ విస్మృతే ప్రీతం స్యాత్ శ్రీచైతన్యం నమామితం. Всякий раз в самом начале, когда я начинаю класс, я возношу вот эту выше процитированную молитву. So, it is in Chaitanya Charitamrita. This is the first shloka of 14th chapter. Of which lila? This is in Chaitanya Charitamrita. What lila? Адилила, Мадилила. Да, Адилила, да. Это первый стих 14 главы Адилилы Чайтанья Чаритамриты. And this shloka actually explains that unfathomable mercy of Chaitanya Mahaprabhu. И эта шлока описывает непостижимую милость Чайтанья Махапрабху. So, when I was reading this purport, I was reflecting on this shloka. And I was also reflecting on the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. И готовясь к сегодняшнему классу, изучая комментарии сегодняшнего стиха, я неизбежно вспомнил вот эту шлоку и начал о ней думать, а также стал думать о милости Чайтанья Махапрабху. Because in one sense it explains how difficult it is to understand Krishna. Потому что она описывает в определенном смысле, как тяжело понять милость Кришны.
And what painful process one has to go through to actually qualify himself to understand Krishna as Supreme Personality of Godhead. И через какой тяжелый, болезненный даже путь человек должен пройти, чтобы постичь положение Кришны как Верховной Личности Бога. And it is also a very long process. При этом это очень длинный процесс. So first it is said Trayya. Trayya means the three types of Vedas. В первую очередь используется слово Трая, то есть это три вида вед. And to master these three type of Vedas itself will take multiple millions of lifetimes. И для того, чтобы постичь все эти три типа вед, это потребуется большое количество жизней. It is another story that one should first of all get faith in Vedic literature. И еще до того, как до этого добраться, человек должен сначала развить веру в ведическую литературу. Most of the people, they don't even have faith in Vedic literature. Then it comes mastering Vedic literature. Большинство людей, они даже не верят в ведическую литературу. И только после этого уже встает вопрос о том, чтобы серьезно ее изучать. In Bhagavatam, second canto, when Suta Goswami is answering the question of Parikshit Maharaj, that what should not be heard, what should not be chanted, and what should not be remembered, he gives a series of shlokas which explains the condition of general mass of people. Во второй песне Шримад Бхагаватам, где Шукадева Госвами отвечает на вопрос Махараджа Парикшита о том, что следует слушать, а чего слушать не следует, он приводит целую, произносит несколько стихов, которые описывают положение основной массы людей. He says that Shrotavyadini Rajendra Ranam Sandhi Sagashraha Apashyatam Atmatattvam Grihesu Grihamedina. That those who try to enjoy this life of sense gratification, they are blind to their identity, or they're blind to this sambandha tattva, that who am I and who is God, what is my relationship with God. В частности, в этом выше процитированном стихе Шукадева Госвами говорит, что те, кто погружены в жизнь чувственных наслаждениях, они остаются слепы к пониманию таких предметов, как кто я такой и кто Бог, каковы отношения с Ним. So they ask so many questions. They ask millions of questions, very seriously they keep asking these questions, thinking that by asking such questions they can solve the problem of life. И эти люди задают огромное количество разных вопросов, многие из которых очень серьезные, глубокие вопросы, как им кажется. И они полагают, что если они найдут ответ на эти вопросы, то они смогут решить основные проблемы жизни. So, for example, there is one 17-year-old girl who is now very famous in this whole world. Например, есть 17-летняя девушка, которая сейчас уже прославилась по всему миру. A few months back, there was one UN conference on climate, and then she was given chance to speak, and she asked very emotional and serious questions to the world leaders, that what are you doing with my world? Буквально несколько назад прошла конференция, на которой ей дали возможность выступить, и, получив такую возможность, она задала очень серьезные вопросы, очень эмоциональные, суть которого она обращалась к лидерам этого мира, она спрашивала, что вы делаете для того, чтобы сохранить мой мир? Of course, it was flashed in the news all over the world, in different TV, internet, and newspapers, etc., glorifying her question and her stand against the world leaders in trying to save this world. И, естественно, это было отображено во всех средствах массовой информации по всему миру, и все это звучало, прославляя ее, то, что она заняла такую решительную позицию, обращаясь к лидерам мира, призывая их спасти мир. While her intention is very good, but at the same time,
she is so ignorant that she does not understand that this world cannot be saved simply by environment friendly policies. Отдавая должное ее намерениям, хорошим намерениям, при этом мы можем отметить, что она все равно находится в невежестве, не понимая, что этот мир невозможно спасти просто усилиями на уровне, как сказать, сохранения окружающей среды. Because the very nature of material world is that it gets destroyed. Bhuta gramasa evayam bhutva bhutva priliyate. Ratri agame avasaprartha prabhavanti agaragame. So the very nature of material world is that however we try to preserve it, it will get destroyed. И, как говорится в выше процитированной шлоке, сама природа материального мира такова, что все, что здесь есть, оно обязательно будет разрушено. Therefore, Vedic literature, it tries to make us think beyond this material world and this material body, to make us think who we are, that what is our real identity and why are we struggling here. И поэтому ведическая литература побуждает нас задуматься за пределы, за рамки вот этого материального тела, чтобы мы задумались, кто мы такое, кто мы есть, какова наша духовная природа и что мы должны делать. Many, many questions, whether they are asked with good intention or bad intention, as long as they are asked on bodily platform, they are simply a failure. И какие бы вопросы ни задавались, с хорошими намерениями или даже с плохими намерениями, ценности от них мало, покуда они задаются в рамках телесной платформы. So in English there is a saying that the path to hell is made with good intentions. Есть такая пословица: дорога в ад выложена благими намерениями. So it's not that one has good intention and then one asks question with good intention. That means one is all right. И это подразумевает в данном случае, что недостаточно, что человеку иметь просто хорошие намерения и задавать с хорошими намерениями вопросами, и, дескать, это все уже хорошо. To come to human platform, one should have faith in Vedas. Для того, чтобы подняться до человеческого уровня, человек должен иметь веру в Веды. The moment one develops faith in Vedas, then all these things like this environmental issues, social issues, political issues, everything get immediately solved because Vedic system is meant on a system of satisfaction and sacrifice. И как только человек поднимается до уровня веры в Веды, то все вот эти проблемы окружающей среды, общественные проблемы и многие другие тотчас же решаются. Because what? They are being solved because? Because Vedic system is made on the system of satisfaction and sacrifice. Потому что ведическая система основана на принципах удовлетворенности и жертвенности. Whether it is Karmakanda or Jnanakanda or Upasanakanda, doesn't matter. The basic idea of Vedic system is that one has to sacrifice. И чем бы человек ни занимался, карма-канды, гьяна-канды или упасана-канды, это не важно, потому что основной принцип — это должен быть жертвенность. So in Bhagavad Gita, third chapter, Krishna explains this cycle of sacrifice, that how in the beginning of creation, Brahma created all this system of sacrifice and he gave it to the demigods and the men and he blessed them that be happy with this system of sacrifice and coexistence. Кришна в третьей главе Бхагавад-гиты описывает то, как появился в материальном мире вот этот принцип жертвоприношений. Он говорит, что в начале творения Господь Брахма дал принцип жертвоприношений людям, чтобы они были удовлетворены и счастливы и обеспечены всем. But this is not something very high, even according to Vedic estimate.
that living happily in this material world, cooperating with nature, is not considered something significant. Но вот даже этот уровень с точки зрения ведической литературы не считается высоким, потому что вот это желание, принцип жить в материальном мире счастливо не считается чем-то таким возвышенным. Such people who have this kind of idea that I should coexist with nature are considered as the people with lowest consciousness. Людей, которые считают, что им нужно жить в гармонии с природой, таких людей считают людьми, обладающими низшим типом сознания. Now, you consider that in today's Kali Yuga, even that is considered glorious, that one small girl, she is saying that, oh, we should fight for environment, and everybody is making big movement. And then she is considered being hero, but according to Vedic system, this idea of coexisting peacefully with nature by a system of sacrifice is considered the lowest of the consciousness. Можете только представить себе, насколько сейчас все деградировано в Кали-Югу, что когда появляется такая девочка, которая призывает к сохранению окружающей среды, иными словами, мирно сосуществовать в гармонии с окружающей природой, и ее так теперь начинают прославлять, какая она молодец. Но с точки зрения ведической культуры, идея проживания в гармонии в материальном мире, совершая жертвоприношение, является низшим из типов сознания цивилизованного человека. So Krishna makes fun of them in Bhagavad Gita, second chapter. He says, Yāyumam puṣpitam vācham pravadantya vipiṣṭitaḥ vedavādarata pārta nānyat asti iti vādinaha. So he's saying, there's people of small mind, they get simply attracted to this flowery language of Vedas. А в выше процитированном стихе 2 главы Bhagavad Gita Кришна насмехается над вот этими людьми, которые привлекаются цветистым языком Вед. So then they think that there is nothing better than sense enjoyment in this human life. Которые полагают, что в этой человеческой жизни нет ничего выше, чем просто наслаждение чувств. So Krishna says, antavattu phalam tesham tadbhavati alpamedasham. He's saying that these people have very small intelligence, because they are simply interested in results which have a beginning and end. И в этом стихе он говорит, у этих людей буквально очень слабый, маленький разум, потому что все, что их интересует, это материальные плоды, у которых есть начало и конец. So the heroes of Kali Yuga are explained in Vedic literature as those who have paltry intelligence. Поэтому вот эти так называемые прославленные герои Кали-Юги, как эта девушка, с точки зрения ведической культуры являются теми, у кого чей разум очень не сильно развит. So then Vedic system is giving more importance on higher intelligence, which is stated in the Upanishads. Далее, ведическая литература ставит больше упор на высшем разуме, который исходит из Упанишад. So Upanishads actually speak about Brahman, and Upanishads speak beyond the experience of this material world and the material senses. Потому что Упанишады говорят о том, что является Брахманом, о том, что находится вне опыта, который можно получить в рамках этой материальной вселенной своими собственными чувствами. That which cannot be touched by material senses, that which cannot be explained by material sound, that which cannot be explained, experienced by material body, that is called as Brahman. То есть Брахман — это то, что невозможно, к чему невозможно прикоснуться материальными чувствами, то, что нельзя объяснить материальными словами, то, что нельзя никак соприкоснуться ничем материальным. So then Brahman is
explained as Nityo Nityanam, Chaitanas Chaitananam, Yeko Bahudam, Yo Vidadhati Kaman. So, that Supreme Person who is the maintainer of everyone, he should be the goal of life. И как говорится в этом уже процитированном стихе из Катва Упанишад, что именно эта личность, которая поддерживает всех остальных личностей, она и должна быть целью жизни всех. So, in order to find that person, then Vedic literature encourages that one should go and surrender to a qualified spiritual master. И для того, чтобы обнаружить, найти вот эту самую возвышенную личность, ведическая литература вдохновляет разумного человека обратиться к квалифицированному духовному учителю. So, in Kali Yuga, it is almost impossible to find a qualified spiritual master because spirituality is not understood in Kali Yuga. В Кали-югу фактически уже стало невозможным найти квалифицированного духовного учителя, потому что сам принцип духовности уже тяжело понимать в Кали-юге. So, it has many disadvantages. Bhagavatam explains, prayena alpayasya sabhya kalavasmin yuge jana mandasumanda madayo mandabhagyena hi upadrataha, that people in Kali-юга, they are very short-lived. В Кали-югу уже огромное количество недостатков, которые люди обладают. Как говорится в этом стихе, Шримад-Бхагаватам, в первую очередь, люди в Кали-югу живут очень короткую жизнь. And then they're always fighting. Они постоянно ругаются, ссорятся. They are very dull. Они тупы по своей природе. And they don't have good intelligence. У них разум слабый очень. They have great misfortune. Они очень неудачливы. And they're always troubled. И всегда беспокойны. So then Kali Yuga seems to be a terrible place. Seems to be? A terrible. Поэтому Кали-юга выглядит как чем-то очень таким ужасным. Not very nice time to be in. Не очень хорошее время, в котором лучше находиться. Everything seems to be disadvantaged. Куда ни глянь, все лишь, как сказать, во вред. Then we have this great good fortune because we appeared in the Kali Yuga when Chaitanya Mahaprabhu comes. Но при этом у нас есть огромная удача, потому что мы сами явились в то время, когда приходит Господь Чайтанья Махапрабху. So then everything changes. И в этот момент все полностью меняется. Because of the appearance of Chaitanya Mahaprabhu. Просто из-за явления Чайтанья Махапрабху. And because one is able to remember him. И если человек способен его помнить, so like I started this class remembering the shloka kathanchana smrite yasmin duskaram sukaram bhavet vismrite vipritam syat sri chaitanyam namami tam, that we simply remember Lord Chaitanya Mahaprabhu, then everything becomes so auspicious. Подобно тому, как вот этот стих в самом начале класса мы постоянно цитируем, что и сделали сегодня. Суть этого стиха звучит так, что для того, кто помнит о Чайтанье Махапрабху, все становится благоприятным. Because without going through this very lengthy process over multiple lifetimes and then understand that Krishna is Supreme Personality of Godhead and then try to start to worship Krishna. Потому что вместо того, чтобы проходить через весь этот длинный и утомительный процесс, который занимает многие-многие жизни, в течение которого человек может наконец понять, что Кришна является Верховной Личностью Господа, и после этого может начать Ему служить, Чайтанья Махапрабху gives us a direct chance to understand that what is purpose of life. Вместо этого Чайтанья Махапрабху дает нам прямой шанс для того, чтобы понять, что является целью жизни. Without going through lengthy austerity, without going through very lengthy procedure of trying to master the Vedas and Upanishads and Sankhya and Yoga and what all and what not. Вместо того, чтобы проходить через весь этот длинный, занимающий долгое время процесс, в течение которого необходимо будет осознать веды, понять йогу, санки-йогу там и так далее, разобраться во всех этих перипетиях. So,
it's explained by Krishna Arkadas Goswami in the beginning of Chaitanya Charitamrita. Narpita charanchirat karunaya avatirna kalau samarpayitum unnada ujjvala swabhakti shriyam, that he came to give something which was never given before. Как описывает Кришнадаски Врач Госвами в самом начале Чайтани Чаритамриты, говоря о Господе Чайтани Махапрабху, что Он явился для того, чтобы дать то, что никогда до этого не давалось. So what was that which was not given before? Because Prema Bhakti existed from the beginning of creation. И что же такое не давалось раньше? Потому что Prema Bhakti существовала с самого начала творения. So there is nothing new in Prema Bhakti, and there have been Premi Bhaktas from the beginning of creation. То есть Prema Bhakti это не что-то новое, и Prema Bhakti существовали с самого начала творения. But what Chaitanya Mahaprabhu came to give was a brand of Prema Bhakti, which is called Vraja Bhakti. Но вот то, что ради чего пришел Господь Чайтанья Махапрабху, чтобы дать нам, это тот тип према бхакти, который является враджа бхакти. This is something which is very unique that he brought to this material world, and especially at the time of Kali Yuga, where everything is continuously deteriorating. И это особенное и уникальное, то, что Он дал нам, придя сюда, в материальный мир. Особенно принимая во внимание тот факт, что Он пришел это дать во время Кали-Юги, когда все так деградирует и разрушается. The most qualified among the qualified, they appear in Satyayuga. And in Satyayuga there is no Varnashrama, and everybody belongs to one class, it's called Hamsa, means realized souls. Самые квалифицированные личности являются во время сати-йоги. Там даже варнашрама нет. Все относятся к одной категории, которая называется хамса, самые квалифицированные личности. So the most qualified of the qualified who appear in sati-yuga, they are not qualified for vraja bhakti. И вот те самые квалифицированные из всех квалифицированных, которые являются в сатья-йоге, они не квалифицированы для враджа-бхакти. Then what to speak of those who are in Kali-Yuga, who are the most unqualified of the unqualified? И что же говорить тогда о тех, кто явились во времена Кали-Юги, которые являются самыми неквалифицированными из всех, кто не квалифицирован? Because in Kali-Yuga, even the brahmanical class are considered to be unqualified. Потому что в Кали-Югу уже даже и класс браманов считается сам неквалифицированным. So in one sense, there is no hope in Kali-Yuga. В определенном смысле в Кали-Югу нет никаких надежд. But still, because of Mahaprabhu's mercy, we are able to approach this subject, which cannot be approached even at the time of Satya-Yuga. Но, тем не менее, по милости Чайтанья Махапрабху, мы можем приблизиться, получить доступ к той теме, которой не могут приблизиться самые квалифицированные жители Сати-юги. So, being recipient of such an unparalleled mercy comes with a great responsibility. Так вот, если мы стали теми, кто получил такую неимоверную большую удачу, это накладывает огромную ответственность. So, when I was reading this purport, I was thinking about the responsibility that we have as devotees towards ourselves and towards others. Так вот, когда я читал этот комментарий, готовясь к этому стиху, я думал о той великой ответственности, которую мы несем как преданные по отношению к другим преданным и перед всем миром. We have a responsibility to do everything within our means to attract the Lord's mercy and then to develop love of Godhead. Наша ответственность – это, согласно своим возможностям и способностям, попытаться привлечь милость к Господу и развить любовь к Богу. Of course, there is no formula for it, because Prabhupada clearly explains that there is no such process which can mechanically produce prema. И готовой формулы для этого нет, Шилпада отмечает. Не существует такого процесса, который механически вынуждает появлению премы. It's only
by the mercy of the Lord, so we have great responsibility to attract that mercy. И это происходит только по милости Господа. Так вот, это наша великая ответственность приложить все усилия, чтобы привлечь эту милость. And then we also have this great responsibility to distribute this mercy. И помимо этого, у нас есть великая ответственность распространить эту милость. So, these two things are very clear from by reading this purport, at least for me, it was very, very clear that we have got an unparalleled mercy and we need to become responsible recipients of this mercy. Так вот, вот эти два момента, которые явно проявились у меня в сознании, когда я читал этот комментарий к сегодняшнему стиху, это мы получили огромную милость, и также мы должны нести ответственность за эту милость. So there is no time actually for us to get involved in petty things of this Kaliyuga. Which comes in forms of different disturbances to the perform or to the performance of bhakti. There's no time for us to get involved in these petty things of Kali Yuga, which comes as disturbance in the performance of bhakti. Not getting. Can you rephrase? Okay. There is no time for us to get involved in activities which disturb our Krishna consciousness. Нас нет времени для того, чтобы вовлекать себя в те виды деятельности, которые беспокоят, вредят сознанию Кришны. Even though it is very easy to get attracted towards them. Несмотря на то, что казалось бы так легко вовлечься во все это. Because they are material in nature. Все потому, что они по своей природе материальны. So it's our responsibility to stick to the acharya. Таким образом, наша ответственность — это строго придерживаться ачарьи. And focus on how to understand his message and how to deliver his message throughout the world. И сосредоточиться на том, чтобы в первую очередь как понять его послание, и во вторую очередь, как передать его послание всему миру. So that would be something substantial in trying to understand and in trying to appreciate this unparalleled mercy which is given to us, even though we don't deserve it. И вот делая, поступая таким образом, это действительно поможет нам, в первую очередь, осознать ту несравнимую милость, которую мы получили, и также передать эту милость другим. And that would make the chanting of the holy name meaningful. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. И это также сделает, придаст смысл нашему воспеванию святых имен. And that's our only hope. И на это мы и надеемся. Okay, let's stop here. Давайте здесь остановимся. Questions, comments? Есть ли какие-то вопросы или комментарии? Окей. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Ритрат Шримад Бхагаватам ки. Шрила Прабхупад ки, Гор Премананде.